Этриал какой-то. Вышаем. Порт видим. Даггерфолл. Я не вижу того, что вы пишете. Тут нет такого шлашаска. Нет здесь ни длину бра, ни хайрок. Запад, это запад. Держу в курсе, если чё. Может, а, подожди, может еще дальше? А, во. Гленумбра, Хайрок. Тимриел. Я ничего... А, вот Гленумбра. Во, все, нашел Гленумбру. Гленумбра. Но это не Хайрок. Ну, будем надеяться, что это Хайрок. Даггерфолл только я могу. Короче, вот сюда нам, да? Ну, поехали. Вот как вообще играть вот в это, блядь, если хочешь просто пройти в порядке, которым как бы игра тебе открывалась. Вот человек купил вот такую версию, да, типа, ну как вот в Destiny ты покупаешь, типа All In Edition. Но ты начинаешь все равно сначала. И потихонечку идешь до того уровня, ну, до того DLC, которое, ну, на данный момент самое актуальное. А здесь ты покупаешь какую-то All In Edition, и тебя хуй знает куда себя запихивают. И типа ты такой, блин, ну я-то хочу пройти в том порядке, в каком игра типа открывалась игрокам. Ну типа просто, ну, просто, да, то есть, как бы, вот, но в итоге пиздец, вообще ничего не понятно. Опа, Аница, ничего себе, тут что происходит. Так, кто это злой? Я так думал, что вот они, наверное, злые, да? А, подожди, давайте проверим, у меня точно выключен... Friendly Fire. Подождите, тут, по-моему, бой. Вот, сейчас я бой проверю. Я вчера выключал, но эти самые... Блин, а как здесь выключить? Я же выключил... Во! Запрет на атаку мирных жителей. Включить! Здесь к серверу привязаны, короче. Все, теперь мы не можем мирных жителей бить. Кто из них плохой, кто хороший? Что вообще происходит? Я вообще ничего не понял, что тут происходит вообще. Или это вообще живой человек? Или что вообще это было? А, это игроки фанят. Ладно, короче, мы главное сделали опцию, что теперь мы можем кого хочешь бить. Friendly Fire не работает. Это вот очень хорошо. Надо сразу проверить, я вчера тебя там потыкал. Да, тут настройки полностью к серверу привязаны, ясно. Охуенно. Ясно. Перенастроить вот субтитры персонажа включить. Ой. А вот это, кстати, сохранилось, блять. Вот уж эти игры, конечно. Вот так, вибрации включена. Что-то они, короче, сохранили, что-то не сохранили. Автоматический подбор. Ну я нет, наверное, нам все подряд не нужно. Это, наверное, перебор. Ну, камера нам тоже вряд ли нужна. А, дрожание выключено. Да, какие-то вещи сохранились. Какие-то обнулились. Он считает, что нормально. Так. Значит, смотрите, надо с ней, наверное, поговорить, да? Здрасте!
С вами хочет поговорить какой-то чувак насчет важной судьбы нашего мира. И что этот чувак хочет? Ну, если бы этот чувак, короче, со мной обсуждал эти вещи, так легко, то зачем тогда посылать вообще? Короче, это только тебе нужно слышать, что он хочет сказать. Немедли там особо. Так, вот теперь нам нужно выбрать квест. Вот именно этот квест. Задание. Так, квест. You can change focus quest while adventure creation. You can map to see where to from. You can abandon quest. Кстати, когда берешь квесты, он автоматом становится активным. Окей. О, счетчик онлайна опять багает. Так, Gathering Storm. Во, основной сюжет. Да, вот это, короче. Вот это DLC-шный, это новый. А это то, что вот мы сейчас будем проходить. Только вот с него метку не убрать, нельзя убрать вот эту большую. Вот. У нас он отображаться теперь будет? Господи, как здесь много всего на компасе. Вот что из этого, блять, квест? Нахуя столько всяких деталей? Talk to Benefactor. Вот где мне этого Benefactor искать? Белая метка. А ну вот какая-то белая метка из Касура. Че-то я что сделал вообще? Майти Модра. То есть это Касура, это Майти Модра. А во, во, да, все, все подсветил. Ну пойдемте искать. Ну, кстати, вот кто спрашивал про оптимизацию в городах, нормально. Нормально. 30 FPS. Без просадок. Лагов нет. 30 FPS. То есть, знаете, сколько народу прогрузилось. Четенько. Оптимизон. Как бы вообще никаких проблем. То есть, вот видите, как бы все прекрасно. Вот. Так что, мое почтение. Мое почтение. Плоечку прям хорошо так оптимизировали игру для нее. Это обычная PlayStation, если что. Четвертая. Вот. И хорошо сделано. Хорошо. FPS-ик вообще абсолютно четко стабильный. Это респект. Потому что даже на ПК у меня бы тут начало уже охуевать. Если бы только на SSD-шник не поставил. Началось бы вот это вот прогружание всего и вся. Нет, четенько, как видите, я вот захожу из локации в локацию, никаких прогрузок, никаких подгрузок, никаких пролагов, ничего, четенько, плавненько. Ты можешь делать еще это обычный метод. Ну сейчас посмотрим, мы сейчас побегаем здесь, сначала споем к той, узнаем, что от нас хочет. Интересно, лошадка дорого стоит? Тут я смотрю, лошадка из воздуха, да, делается, то есть, типа, круто. А, ну это мы, типа, на ходу переключаем, да. Это что такое? Странно. Я не понял, вот это, почему у меня здесь тоже ходки? Это ходки чего, подождите, я хочу знать. Это ходки эмоций. А-а-а, ничего себе. Ничего себе. Yes. Ну да, что за мову без эмоций? Пойдемте, нам в замок, наверное, надо, да? Так, вот это что такое у нас? Captain Place. Очень удобно, что если в центр поставить метку, то подсвечивается, что это такое. Это круто придумано. Здорово, мужик.
Я, блядь, насквозь него прошел. Сорян, мужик, я не хотел. Я с ним хотел вообще-то поговорить. Блин, долго грузится. Ну, карт, конечно, на плоечке не очень быстро. Грузиться будет, как видите, долго. К сожалению. Но Рэмбо, правда, говорил, тоже у него долго грузится. Нет, мы все-таки, наверное, с ним были должны поговорить вне. Просто вроде на него курсор указывал, не? Ну, грузится, да. Грузится локации, конечно, да. Ну. Хотя бы внутри локации не лагает. Уже спасибо. Как бы хард 5200. Хард 5200 накладывает свои отпечатки. Ну, мне на самом деле, если выбирать, лучше такая система. Пусть долго грузится, я там глаза дам отдохнуть, еще что-то, зато потом я бегаю по локации, мне ничего не лагает. Мужик, скажи, как с тобой, блядь, поговорить? А, это вообще, это, по-моему, игрок. Господь всемогущий, попытка. Это игрок, походу, да? Зажмите для взаимодействия. Прикольно. Это эксплуатация животных. Грязный, вонючий. Не знаю, что за существо. Короче, нельзя зверьков эксплуатировать. Это что за вопли, блять? Это у кого-то голосовой чат, что ли, здесь? Или что вообще? Так, press hold to mount up. А у меня уже лошадь есть? А можно как-то выключить голосовой чат? Подождите, можно я как-то выключу голосовой, чтобы я их не слышал, а? Как выключить, чуваки, громкость голосового чата? Потому что мне кажется, я слышал игрока. И я что-то, ну, в смысле, у него голосовой чат, и он что-то вопит там, блядь. От первого лица, кстати, на лошади кататься нельзя. Возможно, в Steam его вообще нет. Может, в Steam другая система. Ладно, мужик, здорово. Ох, нихуя себе. Это ловушка была? Опаньки. А я еще ничего не сделал. Вот, хорошо, что скоро снова. Я еще, блядь, ничего не сделал, меня уже арестовали. Нормально вообще? Ну, это стартовый ролик. Ну вот, мы добились этого, Шлашаскин. Это... Начало, ты сейчас на поинтах разоришься, на поинтах. Не разорюсь ни на чем. То есть можно в пролог перепройти. Ну вообще балдеж. Сейчас вот начнем игру с того момента, с которого должна была начаться. Хорошо. Молодец, Шлашаскин, что пришел. Так. Ну, кстати, я очень удивлен, что она прям очень хорошо работает на PlayStation. Она прям очень хорошо работает. Да, долгие загрузки, но после того, как игра загрузилась, никаких фризов, вообще ничего.
Она мне что-то там дала. Мне оно может понадобиться. Я не знаю, правда, что она мне дала. Нас опять спасают, короче. Как-то у нас дежаву, да? Тогда мы попали. Твичмастер? Нет, Твичмастер, конечно. Нет, ты здесь про Твичмастер, то да. Он, видать, баганул, и с него пришла хреново туча народа. Я не знаю, что. Я не нажимал ничего такого, чтобы было столько народу. Я просто нажал кнопку поднять на второе место, или на первое место, как она называется. И... я не знаю, почему столько народу. Там надо обычно очень много поинтов потратить на то, чтобы тебя на первое место поднять. Ну, вообще на промо поставить блок. Я ничего этого не делал. Нарягу отняли? Нет, что есть. Красиво, кстати. Красиво. Вот я думаю, да это похуй, вообще мне эти поинты не особо нужны. Я как бы посмотрел кого-нибудь, потом кнопочку нажал, меня кто-нибудь пришел, посмотрел. Поэтому мне эти поинты абсолютно не нужны. Сейчас закончится, люди уйдут и... на сайте. Я просто нажимаю, чтобы хоть кто-то приходил, потому что когда я стримлю, бывает, что моих зрителей вообще нет. И я вот нажимаю, типа, поднять. Приходит 1-2 человека, ну уже хоть приятно, что кто-то смотрит. А иногда бывает, что Твичмастер начинает боковать, и мне остается какой-то промо, хотя я никаких промо не нажимал. И мне такой онлайн нахуй не сдался. Вот, но... я не знаю, как это работает, короче. Это Elder Scrolls Online, если быть точным. На PlayStation. И нам помогает какая-то бабенция здесь. Которая, кстати говоря, значительно выше, чем... кстати, можно будет поменять персонажа? Вы не сказали, вы не пробовали? Можно менять? Говорит, я тоже здесь при... это самое... заключенный. Вы должны меня освободить. И я тогда смогу освободить вас. Сейчас объясни, что происходит. Можно за особые поинты? Надо будет попробовать. Окей. Так, здесь заключенный, значит, это очень опасное место для него, чтобы говорить. Даже чуть-чуть совсем. Но он думает, что может мне помочь. Надо его, конечно, вызволить. Поверь мне, я использую всю помощь, которую только могу получить. Этот слепой старый мужик. Единственная надежда, которая может помочь нам вернуться домой. Долгий путь, Тамриэль. И куда мы теперь пойдем? Эти туннели обычно ведут к наблюдательным вышкам. Там мы можем найти стражников. Это магические конструкции, которые позволяют типа наблюдать. Пока они соединены между собой, мы уничтожим одну, остальные будут ослеплены. И это выиграет нам некоторое время, чтобы пророк мог освободиться. Как будем уничтожать стража? Не знаю. Грубой силой, ну или найдем какой-то еще путь. Будь готов ко всему. Я уверен, что они все хорошо укрепили. Что за пророк? Он странный чувак, но очень мудрый. Он типа умеет видеть некоторые какие-то вещи. Что это за место и что я здесь делаю? Ну, очевидно, что это уже не Тамриэль. Ну, поверь, это рай в сравнении с Колд-Харбором каким-то. Короче, если не свалим, то умрешь. Русик на консоль был не запланированный, а это много объясняет. Так, а чё это, я умер? В смысле я умер? Чё, в аду, типа? A man named Menemarco. His worm cult is doing some kind of ritual back in Tamriel. They sacrificed you and... меня в жертву принесли. ...to the Daedric Prince Molag Bal. After you died, whatever was left showed up here. They call you the Soul Shriven. Что, простите? Я чё, типа, мёртвый?
means you're a slave and you'll spend the rest of eternity here in Coldhall. И типа, короче, теперь раб и проведёшь здесь вечно. Ты тоже мертва? Нет. Меня ничего не пожертвовали. Профит и я были брать сюда конвенционально, если это имеет смысл. Но это не будет легко. Место смотрят за магическими конструктами, называемыми Sentinels. Мы не стоим шанс, если мы можем блиндить их. Я расскажу больше, когда мы там доберемся. Если я мертв, то кто меня убил? Я убил Манимакро. Он, короче, червь культа. Они тебя пожертвовали. И все такое. Я... О, как у нас удобно, смотрите, как рост персонажа прям оптимальный. А, то есть мы типа мертвы? Но мы что-то на мертвого не очень похожи. А, видите, говорят, что мертвы. Странно. Может, я что-то не так прочитал. Может быть, меня готовились убить, просто не успели. Нихуя себе. А, у нас же появились, кстати, абилки. Опа! Нравится? Посмотри, я еще вот так умею. Опа! Видал? Ну, так, оп. Где? И в сердце, давай. Ать! Прям как в Обливионе. Ну. Well played, friend. Arcace Beard, you are good in a fight. Немного тут такой. Да. Не, у меня не карик, просто это она дылда. У меня на самом деле персонаж достаточно высокий. Нам, кстати, нужен шлем все еще. Мы шлем не нашли себе. Нам бы вообще шлем был. Вот это шлем, короче. Это достаточно приятная картинка такая. То есть, вообще, вот играешь, вообще не, ну, то есть, вообще никак ММО воспринимается, конечно. Просто обычная синглплеерная игра. То есть, прям очень прикольно сделал. Не знаю, почему я так хейтили сильно. И я рад, что мне Bethesda прислала ключик, и я все-таки ее поп-тестил. И есть вот даже из моих зрителей люди, которые в ней разбираются. Помогают мне разобраться. Потому что самому было бы, конечно, тяжеловато. Так, надо, короче, отвлечь еще кого-то там. Воу, ну смотрите, как красиво. Прям поп-погер свеч. Вообще, мне говорили, что игра начинается в Моровинде. Мы в Моровинде? Кто не знает вообще, нет? Я просто их не различаю. О, ничего себе. Однажды я за то, что стоило раньше сидеть, требовало подписки. В Моровинде начинается, если есть только глава Моровинда. Не, ну хейтили это. Оно фул прайс стоило, конечно. А сколько она должна стоить, если это полноценная игра с полноценным сюжетом и игрой? Со всеми вытекающими. Она должна фул прайс стоить. Во всяком случае, на плойке ты этому никак не можешь удивиться. 4К. Все трипл игры стоят 4К. Я пока не совсем понимаю, какие удары надо блокировать, а какие удары надо прерывать ударом щита. Вот, честно говоря. Поэтому просто тыркую. Все подряд. О, ничего себе, динозаврик из Обливиона. Смотрите, это динозаврик из Обливиона. О, как прикольно. Помните этих динозавриков из Обливиона? Лёва. Рад тебя видеть, братюнь. Это так здорово, блин. Не зря мы все-таки проходили недавно Обливион. Его, кстати, пока на паузу поставим, его больше никто не смотрит. Что вообще такое? А, кузня. А, так, мы должны идти туда и туда. Ну, подождите, а, так, а что такое? Destroy
Sentinel. А тут что? Тоже Destroy Sentinel. Ну, пойдемте тогда, короче, от Sentinel уничтожать. Бам, сердце. А? Вот этот, кстати, выпад на самом деле достаточно неплох, потому что он режет армор соперник. Поэтому в целом достаточно неплох. Бэм. Получено достижение. Давайте, короче, всех ушки пособираем, как бы получится. Здесь, кстати, полуассист. То есть ты кастуешь только если есть какая-то цель перед тобой. То есть промахнуться магией нельзя, ее вообще кастануть нельзя. Это достаточно прикольно. Так. Ну, наверное, нам. Try to be inconspicuous. We just got free of this place. The last thing we need is to get recaptured. О, ну вот он, Sentinel. Ну и все. Господи, иди. Лол. И что дальше? Она говорила, что если уничтожит один, остальные автоматически уничтожат. Что написано? Reach. А, да, все. Ой, ёп, чуть не упал. Я не уверен, что здесь как бы как вообще есть обстоят дела с full damage. Честно говоря, проверять что-то вообще не хочется. Поэтому давайте лучше прибежим в точку. Потому что мне что-то подскажет, что full damage тут есть. Как у меня... А, вот она. Токен. The Prophet's enclosure isn't far. Let's go. А у меня как-то показывает на вот этот вот на эту арку. Я че. А, вот, теперь не показывает. Метка тут тоже, кстати, забагованная. Дурачки, вы никогда не покинете это измерение. Так, здесь, короче, не пройти. Дверь запечатана. Смотри, на те части карты, которые еще недоступны, примерно прикидывай, сколько еще будет глав. Последующая часть... Ну, много их будет. Теперь понятно, что они не спешат с новым Elder Scrolls, потому что нахуя, если это полноценный Elder Scrolls. Короче... Кэдвелл какой-то может помочь. Кто? Какой Кэдвелл? Кэдвелл это старейший, короче, чуваков. Обычно чуваков здесь расшакаливает, но не его нет. Он потому что уже был безумен к тому моменту, как все попал. Но он абсолютно безобиден, ты увидишь. И как же этот придурок нам может помочь? Ну, он типа... Это его дом. Он здесь типа хорошо шарит. Он внизу реки, как правило. Пошли его искать. Ну, тут есть река. One fine day in the middle of the night, two dead kings got up to fight. Back to back they faced each other, drew their bows. And stabbed themselves. Вау, как-то ничего себе. Ладно, мужик, здорово. Ой, ты кто это у нас тут такой? Ну, хорошего вам типа дня. А мы не будем, ну что, следующий это можно? Так, ты, наверное, Кадвилл, да? Сэр Кадвилл, между прочим. Да, так точно. Какое удовольствие с вами знакомиться. Как дела у тебя? Мы пытаемся попасть внутрь камеры пророка. Но дверь запечатана. О, блин. Досадка какая. Я вот вам что скажу. Я знаю другой вход. Но он такой достаточно своеобразный.
Он полон ловушек и трупов и всяких ужасных существ. И как же мы через это все пройдем? Ну, жестко, конечно, силы, я так думаю. Смотрите, куда наступаете и думайте, что делаете. Где же вход? Ну, иди, короче, вдоль реки и найдешь дверь, которая где-то там, где-то около воды. Когда зайдешь внутрь, держись света и найдешь лестницу, которая поднимет тебя вверх прям пророку. Передавай ему мои пожелания лучшим. Lyris, girls as mad as an imperial gent. I hadn't actually given him much. Well, there's not much to tell. Oh, quite. Ah, Lyris. Понятно. Окей. Cadwell seems to think this Undercroft is a delightful place. That probably means it's a death trap. We'd better be careful. Пойдемте за ней, она даже показывает. Ну, действительно, есть река. Вот это, кстати, очень классное место. Я хочу так заметить, что оно прям приятное такое место. Приятно. Ну, даже любопытно, как бы... Как только сможем открыть дверь, сможем отсюда свалить. А замок просто... Блядь! А сохраняться-то нельзя. Смотришь, лошадка, как здесь обстоят дела с данжами вообще и... Вот этой всей херней. То есть тут как в Lost Ark... Как в Destiny, как вообще здесь? То есть тут как бы насколько людей данжи здесь? То есть 3 человека, 4 человека, 8, как вообще здесь? В Destiny, например, 3 человека, в Lost Ark 4. Как бы вот рейды, если здесь рейды, как вот это все вообще работает. А, ты не ходил пока? Ай, бля, действительно, как вы это? Еще и на время. Подождите, а что я сделать-то должен? Чё? Я ничего не понимаю. Не, я, конечно, могу взломать автоматически, я вижу, там, да, 100%, но... Это лучше, чем в Обливионе. Это лучше, чем в Обливионе. Ну, окей, окей, ладно. Earthen Heart повышен. Ой. Ну, автовзлом есть, и слава богу. Интересно, тут тоже гильдия воров будет, да, вот это все? Блин, что такое барышня, как бы? Понравится. Не, вообще игра пока очень прям вообще хорошая. Я вообще не ожидал, конечно, такого. Вот опять же, да, не слушайте никогда людей, которые там хейтят все подряд. Блин, нормальная вообще игра, прям полноценная, нормальная, реальная игра. Единственное, я шлем все никак найти не могу. Давайте возьмем, продадим. Если это как-никак посох какой-то. Толкин, ты где вообще? А, о, вижу, иду. Ха-ха-ха, лох. Давайте сюда тоже спавим. Давайте, короче, все поизучаем. Мы все-таки не спешим. Богерс. О! Нашли шокирующий лук. Есть даже опция очереди случайный данж. Вообще клево. Оп!
been a fair fight. If there were three of you. Блин, прикольно. Очень много всякого барахла, не понятно, естественно, для чего, но... Так, нам как-то надо, наверное, сюда идти. Точки какие. Интересно, кстати, вот средняя броня. Интересно, сколько у нас, вот смотрите, даже ради интереса, да, вот навыки, у нас есть навык, который вот, вот этот, значит, он стоит 1100, значит, наносит колющий удар, 1500 урон, и таунтит врага на 15 секунд, что очень хорошо, если у тебя там всякие маги или лучники, союзники. И режет защиту физическую на 5000. Вот один, значит, 1500 физического урона наносит. А сколько у меня урона наносит, интересно, наш меч? 1000. То есть, получается... А, нет, сила оружия 1700. Нет, это будет. А сейчас у меня 1000. А, ну короче, то же самое, что и просто обычный удар наносит. Ясно. Ясно. Ну, 1500 у нас, в общем, урон за удар. В общем, короче, колющий, к сожалению, наносит тот же удар, что и обычный. Я думал, что побольше наносит. Драконик пауэр повыше. Да что такое? О, пендра. О, шилд, но у нас такой уже есть. Наверное. Жак, нельзя посмотреть, типа, какой у нас не подключит. Быстренько так проверить, проверить. Да, мне... Так, правильно, тут так. Какой-то мужик нам помогает. А, это игрок, господи. Да, очень странная система, конечно. То, что сюда могут подгружаться игроки. Причем я так и не понял, можно ли закрыть матчмейкинг. То есть можно ли сделать так, что... О, все, тысяч мастер отлагал на конец. Ну, в смысле, закончилось. Можно ли как-то выключить подбор игроков? Чтобы я чисто соло играл. Я, к сожалению, его не нашел. Now the bad news. It's going to be up to you to keep him safe and get him back to Tamriel. Короче, нам надо его защищать. Не, ну Момом-то да, но ты же можешь выбирать иногда, типа, подгружать игроков, не подгружать. А если я в стелс хочу играть? Они же стелс есть, они не стелс зафакапят. Неправильно то было. Что я делал-то уже? А, мне надо с ним поговорить. There's a trick to opening the cell. The only way for a prisoner to leave is for another living soul to take their place. А, мне не понятно. Странная система. Так, значит, нужен, ну, некоторый трюк, чтобы открыть камеру. Нужна душа. А, короче, мне надо типа тело свое отдать, чтобы он свою душу в нее захуячил. Другого пути нет?
Я надеялась бы, что... Ну, я хотел бы, чтобы был, но я таких других вариантов не вижу. Но я больше не вижу людей, у которых, типа, тушка жива еще. Если не остановить этого подонка, то все вообще будет совсем все плохо, и поэтому... Ну, я готов, как только ты готова. Короче, когда все закончится, вот ты должен защищать, короче, его. Ну, ладно, чё, окей. Ёлкин жертвует собой. Ух ты, ничего себе у тебя этот самый радиус. Ждать? Типа теперь нужно ждать. А, нет, не просто тело, она именно туда сама залетела. Свобода! Какое прекрасное чувство. Слава святым! Типа, ты в безопасности. Она пожертвовала всем, чтобы меня выпустить. Ее жертва не будет напрасной. Можем ли мы как-то ее взять вообще с собой? Я надеюсь, я хотел, чтобы это было возможно, но нет. Но рано или поздно мы найдем способ ее освободить. Вестиж. Я дал тебе такое имя, теперь Вестиж, короче. Теперь пустой сосуд, короче. Вот. Ой, Зелево, привет. Чё тебя эта баба звала пророком? Ну, меня так, конечно, звали. Мое настоящее имя потеряно. Даже для меня самого. Короче, пошли быстрее и в Анхор. Анхор — это гидрическая машина, темная магия, да, темнейшая магия, бла-бла-бла. Ладно, пошли, будь рядом. Братюнь. А, я думал, ты поведешь. Ладно, хорошо, я поведу. Тяжелая броня? Поезд. Давайте возьмем его. О, водичка натуральная. Давайте поезд наденем с вами. Поезд. Increase item armor value. Возьмем. А, еще вот у нас, кстати, вот эта хрень есть. Increase максимум хп. Но она всего на 800, поэтому даже надевать ее не будем. Нахуй надо. Блин, шлема так нет у нас. Материалы всякие есть. Ладно, пойдемте дальше. Ух ты, как клево. Блин, красиво, кстати, данж, пипец, он красиво. Так, и как обычно, нельзя прыгать нормально по-человечески. А, бегать же можно. Фогерс, точно, бегать же можно. Хорошая оптимизация, прям все так четенько работает. Я прям рад, что на плойке игра, а не на ПК. Прям нравится. Ладно, давайте уже мне самый босса. Ой, блядь, ну не такого же размера, вы ебанулись? Убьет, а не фьютал. Придурок. О, да, это босс. Братюнь, это, наверное, я тебя буду защищать, наверное, да? Больше степени.
Я ломаю. Нормально. Ну, можно в перемяс просто убить. Ешь. Вообще игра пипец, что-то какая-то простая, они даже меня по хп не просаживают. Потом, наверное, посложнее будет. Чё, нахрен, короче, для шеи? Короче, портал над нами. Я сейчас приготовлю заклинание. Сначала надо перенастроиться. Мне нужен какой-то скайшард для того, чтобы опять человеком стать. Она содержит в себе эссенцию какую-то. Сейчас, короче, вызовем один из шардов для тебя. Shard of Aetherius, fall upon us now and anoint us with your blessing. There, quickly, collect the sky shard. Sky Shard, across lands, там я forever for your shard, you collect in your character gain extra skill point. Sky Shard, can be found in the dragon god of time, I require your strength. Let the way be opened, let these wandering souls return home, let the will of Molag bar be denied. Домой, все дела. И то, что нахреначил этот придурок, будет отменено. We must go now. Понял тебя, братик, понял? Опа. Короче, эти шарды надо искать, чтобы прокачивать. Да, но игра сейчас очень легкая, конечно. Прям. Потом, может, пожалуй, будет. As I feared, we arrived in different locations. I am in a city of interest. Я так и думал, что нас разделят, короче, портирование. В разных локациях мы с тобой очутились. И, короче, вновь пробужден. У тебя свой путь теперь. Как долго я был без сознания? Дни, недели, я не знаю. Ну, короче, это все не важно. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Теперь мне что делать? Я думаю, что теперь самому придется решать теперь. Я, короче, буду пытаться, типа, восстановить Лирку. Я не могу ее просто там так бросить. Я тебя снова увижу когда-нибудь? Я не знаю. Пока нет. Но мы встретимся однажды наверняка. Навык Soul Magic. Будь, короче, настороже. Просто мне. Короче, будь осторожен. Куда мне идти? Ты свой собственный путь должен найти. Ищи и типа обрящешь. You might even seek out those who rescued you from the sea. The choice is yours. Indeed, I sense that even now there are good people near you who face grave danger. They need your. We do not face these troubled times. Indeed, I sense that even now. А куда мне идти? Это был пролог, да, я так понимаю? Мы прошли пролог. Да, у нас теперь нет, короче, сюжета, но есть какой-то чувак, который нам вроде как готов дать что-то еще. Рад тебя видеть, живым. Как тебе что попал? Мы нашли тебя в речке плавающей. Я думал, ты просто трупик. Сюжет области. Ну вот это сюжет области будет. Так.
Кто же меня спас? Капитан? Она, короче, где там тусуется. Можешь ее навестить? Она все писала твою жизнь. Да, спасибо, так и сделаю. А где вообще, кстати, нахожусь-то? Это Спархед. Корабль. А ты, собственно, я один из помощников капитана. Прикольно, мы на корабле. Вот это повод. А их никого не смущает? Там вот призрак, который... О, четвертый уровень, Поггерс. How to enchant. Open inventory, select, navigate, new life enchant. А, ну это, короче, аппарел. Нужно какой-то аппарел, которым можно enchantить предметы. А, и глифы какие-то. Глиф добавляет показатель макс здоровья. То есть это глиф для брони. А, выберите что-то одно. То есть это мы забираем в любом случае. И дальше мы должны выбрать либо для легкой, либо для средней, либо для тяжелой. Ну, естественно, тяжелые. Только они ничего не дают. Ну, может, сейчас дадут. О, будущие награды. Колечко. Ну что, здоровье, наверное. Хотя магия, наверное, тоже не сильно нужна. Ну, вряд ли. Ну, хотя бы, ну, да, дать пока здоровье. Самое, да, хорошее здоровье. Так. У нас, значит, вот это прокачано. Вот это нам не нужно. Так, значит, вот, ну что хотели, мы вот это хотели, да, качать с вами дальше. Значит, что вот это такое? Мгновенно, по площади, 6 метров. Вызываешь какие-то талоны, которые доносят урон. И типа стопорят их. Давайте посмотрим, поменяем. Поменяем ее со спайк армором, который нам не нужен как раз. Вот. И здесь у нас появилось такое заклинание. Charge you and your group allies weapon with volcanic power to gain defense and increase your weapon and spell damage. Нет, не хочу. Так, one-handed. Surprise enemy with deep launch dealing урона. Так, урона with minor main, reducing their damage done. Можно. О, пассивочка. Reduce stamina cost your one hand shield ability, reduce cost of blocking. И heavy armor. Increase physical and spell resistance. А, это пассивка. Increase your health recovery by 2 for each, это самое, 12%. У нас пока устраивает, в принципе. Ну, само качается, в принципе, нормально. Не, ну теоретически можно, конечно, лава VIP качать, в принципе. Пускай качается. Мало ли тут что-нибудь хорошее будет. Потом какая-нибудь, может, там пассивочка будет. Ну, то есть, короче, пускай будет, похуй, ладно. Давайте возьмем. Я думаю, мало, а то потом выяснится, что там чуть-чуть какая-нибудь пиздатая билка, а я такой, бля, надо было вкачать. Похуй, нормально. Один слотик, ничего страшного. Отдадим ей. Objective Red Steel. Да, это, короче, нельзя воровать, я понял. Я понял. Так, можно сразу поговорить? Hungry? Магазин. Так, это нажал. Значит, инвентарь. Значит, у нас с вами теперь есть урна.
отмычки. Так, а урна ничего типа не стоит, да? Угу, то есть пока я лучше не открывать. А убрать нельзя, да, обратно что-то? Сундук. Да, убрать обратно сундук нельзя. Маг здоровья. Ну, нам она как бы не нужна. Сообщество. Голосовое общение. Кстати, можно выбрать? Во-во-во, нашел похоже. Во! Во! Все, я, короче, выключил. Не будет у меня больше, слава богу, голосового общения. Что-то тут мне дали, короче. Приордер бонусы. Эксклюзив, костюм, корона, пет. Три карты. Кроны. Ну что, брать шлашаска, как думаешь? И еще какой-то контент. Еще маунт. А это нельзя. А здесь уже все открыто. Can be found in your collection menu. Collection menu. Invitation to Morrowind. Еще маунт какой-то. Еще маунт. Если где-то все отображается, то вообще. Spider Pet. Блин, я это вчера случайно взял. Уже открыл. А где коллекшн вообще посмотреть? А вот коллекшн. Гримор. DLC-шки. Не в коллекции. Зон DLC. Во. Морвин, да, вот он. Все, три задания у нас доступно, короче. Дальше надо покупать. А, hide your helm. Корона Ярла. Она отображается? А, отображается.
У меня корона есть теперь, поняли? Костюм. Лол. Костюм ярла. Скины у нас, оказывается, в игре есть, понятно. Господи, сколько всякого барахла. Ёбаный стыд. Фрагменты какие-то. Ассистенты какие-то. Мементосы. Вампиризм, Sunlight, Just Don't Mix, Hide from Aggressive Light. А что это вообще такое? Мементос, что такое Мементос? Это типа... Это типа взаимодействие, что ли, или чего? Будем считать, что это, короче... Туз. Маунты. Вот у меня сколько маунтов. Ни хрена себе. Черепашка какая-то. Лошадка. Чё лошадка? Какая-то хрень. Non-combat pet. Заяц. А нет, эмоции, вот они эмоции. Special. Bear. А, мы не можем, короче, вызвать этого самого специального. Чё вообще? Чё это, блядь, такое вообще? Я выбрал вроде питомца, почему не выбрал? Всё. Заяц, вот он. Давай сюда поставим. Как его еще выбрать? Заяц. Заяц. Вот он, да, все, заяц. А, это не заяц, это мышь. Не, мышь нам не нужна. Сейчас. Это кто? Это хрень? Это паучок? Грифон? И мамонт? Пиздец. Ну пускай будет, короче, грифон. Ну, блять, нет. Какого другого? Это кто? Это что такое? Блин, я не знаю, короче. Я не совсем понял, зачем они нужны, на самом деле. Пусть будет, короче, полузаяц, полу... Я не понял, зачем мне питомец, пускай будет. Мда, ну мы понабрали, конечно, понабрали им. Не, ну прикольно, материал. Так, меч, интересно, у нас меч изменится? Давайте, коллекция, значит, да? Weapon style. One-handed. Значит, давайте посмотрим. Неужели у нас меч изменится в руках? Мечи. Ну да, меч меняется.
Большинство из них, конечно, платные. Поэтому вот этот возьмем, самый красивый. Пускай будет вот этот. И что, он поменялся? Нет. А почему он не поменялся? И меч не поменялся. А что это такое тогда? Это просто предпросмотр. Я вообще сам не хуй не понимаю, что это такое. А, подожди, вон, без наряда. Короче, нихуя не понятно. Ладно. Мы теперь, короче, ярл. Потому что, ну, типа, дальше все дела. Ну, то есть ярл, это почти царь. Не будем воровать. Фу, пойду я, короче, делать ужин. И потом продолжим с вами. Да, тут, конечно, пипец, сколько тут разбираться. Но вроде разбираюсь потихонечку. А, вот есть. Фотки была, блядь. Вот она, голосовой чат, фотки. Магазин, потом надо будет, конечно, посмотреть еще. Кронные ящики, кстати, у нас еще кронный ящик. Давайте откроем, уж похуй. Еще питомец. This one recommends that you purchase a crate from the store. И чё? А я типа чё тебе сделать-то должен? Все? Это типа все мне? Там просто можно было выбрать треугольником, а я не понял, зачем мне треугольником что-то выбирать. Ну типа ладно. А вот главы. А, ну вот, у меня, короче, обычная версия гримор. То есть вот эти вещи у меня доступны. И еще Морвин доступен. А это все надо типа отдельно, наверное. Хотя вроде бы вот это у меня тоже есть. А нет, у меня коллекционная, потому что у меня со всей этой дресней было. Ну это пиздец, тут реально прям тяжело вообще, прям тяжело, много очень мужиков. Пошлите другого питомца возьмем. А, она уже выбралась сама. А, выбрать это имеется в виду, типа нанести сразу, все, понял, господи, вот что за кнопочка была. Это типа нанести. Все. У нас теперь, короче, будет птичка. Это напоминает мне... Была такая игра. Ой, господи, это было очень давно. Это квестик был какой-то, мультяшный квестик. Про вампиршу. У нее там был помощник, как раз летучая мышь. Вот. Но я вообще не помню, как он назывался, этот квест. Тогда еще квесты выпускали, делали, и в них играли еще даже люди.
И вообще не помню, как он назывался. Вот. И, короче, вот там тоже с вами летучая мышка летала. Вот. Прикольный был, то есть. Мультяшный такой забавный. Красивый. Блин, на ММО, конечно, разбираться. Но игра интересная. Интересная. Ну, единственное, очень простая пока. Но я думаю, дальше будет, блядь, нормально. Так нормально будет дальше. Сколько стоит подписка ESO Plus? Не, нахер не буду смотреть, расстраиваться только. Так, этот жетон позволяет изменить имя. Этот жетон позволяет изменить расу и внешность. Кроме того, не сможете выбрать расу из других альянсов, если только у вас не приобретено. Внешность. Изменить внешность. Изменить альянс. Вот нам, может быть, однажды этот жетончик-то и выпадет. Вот. Но я как бы не вижу пока смысла этой подписки, более чем вообще контент хватает. О, здесь еще ачивки есть, да, серьезно? Всего мозг ачивка. Так, ну и что, давайте посмотрим, какие эти ачивки отображаются. А, что-то нет ачивок. Да нет, вот, вот ачивка. А типа... Но они там не отображаются, тогда непонятно. Сейчас платина, интересно, есть, не? Есть платина. Хуеть. ММО с платиной, которую почти никто не получил. То есть ее практически нереально будет получить. И все скрытые, главное, лол. Не, ну туда ачивок много. Блять, ММО с платиной, пиздец. Не, ну есть, наверное, люди, которые задрочили, но прям 0,1% это очень мало. Это прям очень мало. То есть, одна тысячная всех, кто в нее играл, одна тысячная только смогла получить. То есть, на тысячу игроков только один получал ачивку. Это сурово. Так. Включаем, пускай остынет. Вечерком, наверное, поиграем, если будет с кем и будет желание, в Apex. Спасибо большое, кто смотрел. Здорово, что приходят люди, там пишут, общаются. Вот. Главное, надо подписываться было на канал, что люди лоханулись, не подписались. Это, конечно, признак тупизны. Мы это осуждаем. Надо фоловить, приходить, смотреть, общаться. Вот. А из наших, кто приходит, смотрит, общается, надо писать в чатик. Надо писать в чатик. В следующий раз пишите в чатик. Вот. Рекламку включу вам напоследок. Что-то мало сегодня рекламу, кстати, пускал. Надо было побольше рекламы. Я забываю. Плохо. И так она уже денег не приносит. Надо еще. Не знаю, заливать, не заливать сегодня. Я, наверное, залью, но не всю запись. Я залью с момента, как мы дошли до перекрестка. Потому что вчера я прямо проходил, и это уже на YouTube есть, поэтому мы сегодня зальем версию, которая уже с перекрестка начинается. Она совсем небольшая серия будет, но ничего страшного. Все, до новых встреч, до будущих побед, друзья. Пока-пока.